Здравствуйте, дорогие друзья! Как обещал, сделал еще одну мейхану, снялся вместе с Лерой, Леру чуть-чуть побольше снимал по просьбе зрителей, так что давайте сейчас посмотрим очередную мейхану. Я уже вас просил, чтобы меня не критиковали, я не мейханист. Ну что получилось, то получилось. Давайте смотреть. Я хотел вчера немножечко поспать, я хотел вчера немножечко поспать. Этот внучка не дает покоя мне, стал я дергаться, кричать уже во сне. Этот внучка не дает покоя мне, стал я дергаться, кричать уже во сне. Я пошел тихонько лег на кровать и хотел пару часиков поспать. Вдруг налетел ураган, торнадо, надо мной так издеваться не надо. Вдруг налетел ураган, торнадо, надо мной так издеваться не надо. Новый год пришел к ней шахта-баба, думал, что он срубит бабки без труда, и принес целый мешок подарка. Она расправилась с ним быстро, без труда. И принес целый мешок подарка. Она расправилась с ним быстро, без труда. Он не мог найти потом свой борода, сказал, больше не придет к ней никогда. Какой сложный девочка, просто беда, надо мной так издеваться не надо. Какой сложный девочка, просто беда, надо мной так издеваться не надо. Детский садик закрывают иногда, карантин бывает, правда, не всегда. Леру вынуждены приводить сюда, от нее мне, ну, не деться никуда. Леру вынуждены приводить сюда, от нее мне, ну, не деться никуда. С ней приходится играть мне иногда, я выдерживаю ее не всегда. Она быстро бегает туда-сюда, надо мной так издеваться не надо. Она быстро бегает туда-сюда, надо мной так издеваться не надо. Сколько много у ней энергия есть, очень много у нее игрушка есть. Без лах я справляюсь с ней иногда, или олур я справляюсь не всегда. Без лах я справляюсь с ней иногда, или олур я справляюсь не всегда. Кружок танца я ее отвожу, после танцев я домой привожу. Бывает, не отдыхаю никогда, надо мной так издеваться не надо. Бывает, я отдыхаю никогда, надо мной так издеваться не надо. Я старый больной, Ярослав Баба, дайте отдохнуть мне иногда. Я хожу по городу туда-сюда, сочиняю в голове мейхана. Я хожу по городу туда-сюда, сочиняю в голове мейхана. Хоть порадовать хочу вас иногда, с Лерой это сделать могу не всегда. Все равно я буду писать мейхана, надо мной так издеваться не надо. Все равно я буду писать мейхана, надо мной так издеваться не надо. Какой
беспокойный этот наш ушах. Каждый день стоит он дома на ушах. Очень беспокойная она у нас, очень интересная она для вас. Очень беспокойная она у нас, очень интересная она для вас. Так что продолжаю я ее снимать, и теперь мне некогда отдыхать. Буду я ее теперь снимать всегда, надо мной так издеваться не надо. Буду я ее теперь снимать всегда, надо мной так издеваться не надо. Чем ты мне на голову одел ведро? Это не культурно и не хорошо. Может, ты хотел забрать мой айпад? Сам тебе его отдать я буду рад. Может, ты хотел забрать мой айпад? Сам тебе его отдать я буду рад. Этот старый и ненужный мне айпад, сам тебе его отдать я буду рад. Мой голова уже болит иногда, надо мной так издеваться не надо. Мой голова уже болит иногда, надо мной так издеваться не надо. Я сегодня пропел вам Мейхана, написал сегодня его без труда. Ялана, я говорил вам, что устал, мой внучка меня совсем не достал. Ялана, я говорил вам, что устал, мой внучка меня совсем не достал. Любим мы ее и возимся всегда, нахда надо мной издеваться надо. Но давать мне отдыхать иногда, нахда надо мной издеваться надо. Но давать мне отдыхать иногда, нахда надо мной издеваться надо.